знаете, так вот в том порядке, как оно было на теле. Не только на теле, просто так, как было на теле. And if they did that, they would dishonor his body. Если бы они сделали это, то, то они бы как бы унизили его тело. And then on top of all that, и на самом верхушке всего сказанного, they would be defiling themselves by having come in contact with a dead body. Ага. Они бы осквернили бы себя тем, что они вошли в контакт с мертвым телом. And they've done so at Passover. И сделали же это на Пасху. And by the way, why take the time to take the grave clothes off? И другой момент. Зачем же время тратить на то, чтобы снимать эти эту плащаницу с него и оставлять ее там? Зачем тратить на это время? Remember those Roman guards? Вы помните, что там стояли римские легионеры, солдаты, охранники? I mean, they might suddenly come back to life. Не понимаете, они вдруг могут все проснуться и оживиться и зайти потом. Can you imagine they had to leave one of these disciples as a guard out there? Можете представить одного из учеников, которого они оставили у входа, чтобы он похранял этих охранников там? To encourage the Roman guards to stay unconscious till they were done their job. Знаете, он как бы ободрял этих, значит, легионеров, чтобы как бы подождите, пока мы не вынесем. Ну, так вот. And by the way, all the evidence indicates. Кстати говоря, все доказательства они нам показывают, that these very disciples did not believe the resurrection occurred. Что эти самые ученики они не верили в то, что воскресение на самом деле произошло. At least not at first. Но по крайней мере не сразу. And even later it took a great deal of convincing. И даже гораздо позже много понадобилось времени, чтобы именно прийти к этому. And again, a couple quotes here to help us understand the issues. И снова таки несколько цитат для того, чтобы нам больше лучше понять проблему, с которой мы тут столкнулись. And the first comes from my. Первая из них она идет от. From my favorite Hungarian Jew. От моего любимого венгерского еврея. Гейзер Фермеш. Гейзер Фермеш. The rumor that the apostles stole the body. The rumor. The story that the apostles stole the body. Эта история о том, что апостолы они украли тело, is very improbable. Она весьма невероятна. From the psychological point of view, с психологической точки зрения, they would have been too depressed and shaken. Знаете, они были бы очень бы в таком депрессивном состоянии и очень бы сильно тряслись. To be capable of something this dangerous. Чтобы совершить нечто подобное. But above all, но несмотря на все это, since neither they nor anyone else, с тех пор как мы знаем, что именно они, а не кто-либо другой это сделал, expected a resurrection, ожидали воскресения, there would have been no purpose in faking one. Not stealing. Faking is creating, pretending that there was one. Do you know the word pretend? Mm-hmm. Okay. Since they didn't expect a resurrection, neither did anybody else, there would have been no purpose in pretending that there was one. Ага. Итак, если они не верили в воскресение, то для чего тогда им делать так, чтобы другие поверили, что было таково? And now to give Gentiles equal time. И чтобы дать язычникам это вот равноценное право. Another very perceptive quote. Значит, очень другое, значит, высказывание такое. From a Gentile author. Языческий автор высказался. His enemies remembered. Его враги помнили. But his disciples forgot. Но его ученики забыли. Both these things. Две эти вещи. Emphasize the reality of his resurrection. Акцентируют внимание о реальности его воскресения. His enemies took special care. Его враги, они особенным образом позаботились sealing the stone and setting a guard. О том, чтобы установить этот камень, опечатать его и поставить охрану. In the face of these, на лице face of these things. И вот, видя все эти вещи, they could not deny his resurrection. Они не могли отвергнуть его воскресение. The disciples' unbelief, но неверие учеников, only serves to emphasize its reality. Только служит для того, чтобы акцентировать внимание на
реальности происшедшего. Their later faith was not the result. Ихняя позднейшая вера не была результатом of wishful thinking. Именно мышление, что они желали бы этого, или желаемого мышления. Because they were convinced of the truth. Потому что они были уверены в истине. In spite of themselves. Or despite themselves. Независимо ни от чего. Или несмотря на то, что может с ним приключиться. All right, so maybe the disciples didn't steal the body. Хорошо. Допустим, ученики, они не украли тело. Maybe it was a secret disciple, Joseph of Arimathea. Может быть, это был секретный ученик Иосиф из Аримафеи. Perhaps he removed the body by himself. Может быть, это он вытащил тело сам. But what was his motive? Why should he do this? Но какие же были его мотивы? Почему он это сделал? And why should he leave the grave clothes behind? И почему же он оставил эти пелены лежащими в гробнице? And by the way, how did one man overcome the 18 soldiers? Да, и, кстати говоря, каким же образом он справился с 18 солдатами? And by himself moved that very large stone. И вот сам вот отодвинул тот большой-большой камень. And by the way, for him also, и также, знаете, для него одного, breaking the Roman seal would be death. Разрушение этой римской печати, оно бы означало смерть. But supposing he was able to accomplish all these things, ну, давайте представим, что вот ему удалось все это сделать. Would he then allow his friends and teachers, позволит ли он потом своим друзьям, учителям, to die for a lie? Умереть ради лжи? Doesn't make a whole lot of sense here either, does it? Вообще никакого смысла тут не видно. Well, then perhaps the authorities stole the bodies. Ну хорошо, может быть, сами власти взяли и украли тело. Either the Roman authorities or the Jewish authorities. Ну, либо это были римские власти, либо это были еврейские власти. Well, there's no evidence we have for this. Ну, у нас никаких доказательств относительно этого нету. And the only conceivable motive. И вот единственная мотивация, которую можно предположить, was to somehow prevent to stop. Это дело было в том, что они хотели бы каким-то образом остановить a false resurrection from taking place. Это ложное воскресение, чтобы оно имело место. But if they in fact remove the body themselves, итак, но все-таки, если они на самом деле вот взяли и вынесли тело, why 7 weeks later did they keep quiet about it? Почему 7 недель спустя они умалчивали об этом? And why did they resort to violence to stop? And why did they use violence? To stop the disciples. И почему же они тогда использовали насильство для того, чтобы остановить учеников? To keep the disciples from preaching about the resurrection. Вот удерживали учеников от того, чтобы они проповедовали о воскресении. The Romans feared popular riots. The Romans feared were afraid of the riots among the people. Okay. Римляне, они боялись, что люди. And yet all of Jerusalem was in an uproar. И весь Иерусалим, они были в такой панике, скажем. Over the teaching of the resurrection. Именно относительно этого учения о воскресении. The religious leaders did not want the spread of this heresy. И религиозные лидеры, они не хотели распространять эту ересь. And yet over 7,000 Jews. Но все еще 7,000 евреев. Were publicly convinced about the resurrection in a few short days. Были публично именно обращены, именно они уверовали в воскресение Иешуа. Yet through this all, и вот смотря на все это, not once did any Roman or Jewish authority, ни римская, ни еврейские власти, say that they had removed the body. Не сказали, что они вынесли тело. I mean, after all, if they had removed the body, я имею в виду, что после всего того, если они на самом деле унесли это тело, why not simply produce the body? Why not simply, if they had removed it, why not simply produce it, bring it back out? Okay.
вот если они его унесли, почему бы им взять потом и не занести его, не показать вот что оно там? That would stop the riots, that would stop the heresy. Это бы все бы остановило бы, всю бы ересь, которая там якобы распространялась бы, все бы прекратилось бы, не правда ли? I mean, after all they had to do was say, here's the body. Я имею в виду, что после всего того, что там происходило, они могли сказать, ну вот все, 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 вот это тело, посмотрите, убедитесь. And there'd be no more resurrection faith. И не будет больше никакой веры в воскресение. There's no evidence for this. Нету никакого доказательства, говорящего об этом. Certainly no motive for it. Итак, соответственно, никакого мотива к совершению этого тоже не было. And the authorities being enemies of this message. Итак, власти, они были врагами этого послания. Would certainly have produced the body to stop the message. Которые были врагами, они бы обязательно показали бы это тело, чтобы остановить всякими путями послание, которое доносилось. All they would have had to do is tap the disciples on the shoulder and say, "Yoo-hoo." Все, что они должны были сделать, сделать, это похлопать учеников по их плечу и сказать, ребята, here's the body. Вот тело. There goes the faith. There goes the faith. И вот такая вера. Well, if the authorities didn't steal the body, итак, если и власти не унесли тело, and we know the disciples didn't, и мы знаем, что ученики этого не сделали, maybe the women went to the wrong grave. Может быть, женщины, они ошиблись гробницей. And they also just happened to find an open grave. И просто проходили и нашли открытую гробницу. And this open grave that they just happened to find, и вот эта открытая гробница, которую по случайности они набрели, was also empty. Тоже была пустая. I mean, after all, it was early in the morning. Знаете, после всего того, это же было так рано утром, знаете. It was dark. Темно еще. They got confused. Знаете, перепутали. They lost their way. Сбились с пути. So they come back and they say, и тут идут и возвращаются и говорят, Yeshua is gone, he's raised. Yeshua нет, он воскрес. Now some of you already understand the problems with this theory. Но некоторые из вас уже поняли проблемы, которые возникают с этой теорией. But let's examine it a little more closely. Но давайте мы да, поработаем над этим поближе. Others went to the grave later in the day. Другие вернулись и пошли, пришли опять к этой гробнице гораздо чуть-чуть позже. Peter and John did. Петр и Иоанн сделали так. Did they make the same mistake too? Что они тоже ошиблись дорогой, они тоже ошибку сделали. And by the way, this theory assumes something else. Знаете, эта теория, она еще кое к чему нас приводит. It assumes that the Roman and Jewish authorities forgot where the grave was also. Это говорит нам о том, что римские и еврейские власти тоже забыли, где гроб был. It's pretty difficult to lose a grave and 18 Roman soldiers. Знаете, очень тяжело потерять и гроб, и команду римских солдат одновременно. And why was no correction made of the mistake? И почему же не было никаких поправок к ошибке? Certainly by the enemies of Yeshua. Ну, естественно, врагами Иешуа. Since the mistake formed the foundation. Если же эта ошибка, она каким-то образом образовала это основание. Of the rapid spread of Yeshua's ideas the next few weeks. Обо всех этих идеях Иешуа в последующие несколько недель. Oh, and in case everybody else had made a mistake. Ну, и в случае того, что все остальные тоже сделали ошибки. I would assume that Joseph. Я бы предположил, что Иосиф could certainly have found his way back to the grave he had purchased. По всей вероятности, нашел бы путь обратно к тому гробу, который он только недавно посетил. In addition to all of that, ну и вдобавок ко всему сказанному, as it turns out, the grave site, это как бы открывает нам сторону этой гробницы, is only a few hundred meters from the place of execution. Что эта гробница, она находится буквально в нескольких метрах от места экзекуции. Да, смертной казни. It's awfully difficult to lose a grave over that short a distance. Знаете, очень сложно именно как бы потерять гробницу вот на такое небольшое расстояние, на котором она была. So certainly they did not misplace the grave. Но, по всей вероятности, все-таки мы понимаем, что они не обознались и не потеряли то место, где это находилось. Now there's another variation on this.
very another okay. Yeah, on this theory. И есть другая вариация вот этой же теории. Some people, at least for a while, actually proposed this. А некоторые люди, по меньшей мере, они вот предлагают следующее мнение. And that is that Yeshua, since he was executed as a criminal, а это тот, что когда Иешуа, когда он был казнен как бандит, скажем так, was thrown into a common pit for criminals. Common grave, a common, you know, something dug out of the ground. Почему его просто не выбросили, не бросили в какую-то простую выкопанную могилку там и все? Unfortunately for that particular theory. Но к сожалению, для вот этой вот данной теории. Not too many years ago. Немного лет тому назад. We found the remains of a man by name of Yochanan ben Hagalgal. Мы нашли остатки человека, которого звали Йоханан бен Халгал. Now we found it in a family grave just outside of Jerusalem. И мы нашли то, что в семейной гробнице, которая находилась вне Иерусалима. Well, so what help is this? Ну, а каким образом это нам помогает? Йоханан had been crucified. Йоханан был также распят. He was not tossed into a common grave. И он, знаете, не был положен в простой такой могилу. He was in fact buried in the family grave. Он был похоронен в семейной гробнице. Well, there's still one other theory for the empty grave. Ну, еще одна теория остается о пустой гробнице. And that is that Yeshua didn't really die. Это та, что Иешуа на самом деле не умер. But because of the agony of the crucifixion. Но именно из-за агонии при распятии, то есть при смертном таком состоянии. The loss of all that blood. И из-за того, что он потерял так много крови. Because of his exhaustion. Именно из-за своего всего такого, знаете, истощения. He merely became unconscious. Он вдруг стал такой, знаете, уже, скажем, впал в кому, то есть как бы без чувств оказался. And then in that cool grave he recovered. А вот потом вот в этом холодном гробе он пришел в себя. And then he escaped. И потихонечку убежал. Some people really believe this. Некоторые люди, они на самом деле в это верят. They even have written books about it. Даже книги об этом пишут. So what is the problem with this theory? Даже хорошо. Какая же проблема у нас возникает с этой теорией? Well, to start with. Ну, начнем с этого. The Roman centurion was an experienced executioner. А римский сотник, он был довольно-таки имел практику в как казнить, да, умел практиковался достаточно часто. I mean, these centurions were not unsure when a man was dead. Знаете, сотники, они были в курсе и того, вот, они могли сказать, что человек мертв или он жив. Они, знаете, знали свое дело. Remember, they broke the legs of the other two who were crucified with Yeshua. Вы помните, что они именно перебили ноги тех людей, которые были распяты по другим по сторонам. To make sure that they were dead. Ну, чтобы удостовериться в том, что они мертвы. And only if Pilate were convinced he was dead. И если Пилат был уверен в том, что Иешуа был, и только если Пилат был уверен в том, что Иешуа был мертв, would he have ever given the body to Joseph? Если бы он бы не был уверен в этом, то отдал ли бы когда-то он тело Иосифу? And remember, crucifixion is not designed. И помните, что распятие, оно не было именно сам процесс распятия, оно не было сделано, It's not designed to leave any survivors behind. Оно не было создано для того, чтобы кто-то выживал после этого. And let's consider the situation. И давайте мы рассмотрим ситуацию следующую. Could Yeshua, after having been lacerated so badly, смог бы Иешуа после того, как вот таким ужасным образом над ним надругались? In his hands, in his back, in his feet, in his side. Это его руки, его ноги, его спина, его каждая часть его тела. He's weakened by the loss of blood.
І він був дуже екстремально просто обезвожен, то есть кров з нього витекла вся. He's laid for 3 days in a cold tomb. Он лежал 3 дня в холодном гробе. No food, no water. Ни воды, ни хлеба, ничего. And then suddenly, и потом вдруг, he wriggles out of the grave clothes. Он каким-то чудесным образом выпрыгивает из этих перин. By the way, with the spices added, they were about 75 pounds worth of grave clothes and spices. Ну, я хочу вам сказать, что... Pounds. Yeah. Кстати говоря, то те масла, которые были возливаемы на него, они стоили порядка 70 тысяч фунтов стерлингов. Вот все, что было вылито. These grave clothes that had hardened around his body. Это вот именно та пелена, те перины, которые были обвиты. Это примерно столько стоило. But he wriggled out of them anyhow. Ему это было неважно, он оставил это все там. And then he rolled the stone away. И потом он, значит, что делает? Отодвигает камень. By himself. Сам. Now, just so you understand how interesting a task that would be. Но чтобы просто вы поняли, насколько это интересно было бы. If you're very careful with this picture I'm going to send around. Это если вы будете очень внимательны с той картиной, которую я собираюсь вам сейчас показать. I will give you an idea of what that would have been like. Я хотел бы вам дать такую как бы идею, как бы это выглядело. Now, by the way, in this picture you will see several things. Кстати говоря, вы будете на этой картинке видеть некоторые вещи. It's an open grave in a garden. Это открытый гроб в саду. It's not Yeshua's grave. Это не гроб Иешуа. But it's a grave from the same time period. Но это тот гроб, который как бы был там в тот же период времени. You will see a couple things about the stone. И некоторые вещи о камне этом вы увидите. It's a circular flat stone. Это такой вырезанный кругом круглый камень. And it's placed in a channel. И знаете, он как бы поставлен в определенный как бы так, скажем, такой вырез, проем, канал такой, ну как знаете, как такая зазвикалка такая. So it covers the outside of the grave. То есть оно как бы покрывает наружную сторону. Полностью наружную сторону этого гроба. By the way, this stone is rolled downhill to cover the grave. И, кстати говоря, этот камень, он как бы по наклонной вниз скатывается. And by the way, in the corner you'll see this cute little boy. И вот в этом углу вы увидите этого маленького мальчика. Just to give you an idea of how large the stone is. А просто для того, чтобы вы себе представили, насколько большим этот камень был. It's estimated at being about 1 ton. The stones, 1 ton. Вес этого камня составлял порядка 1 тонны. Now that cute little boy is my son. Этот маленький мальчик — это мой сын. But this was while he was still cute. Это вот тогда, когда он был таким маленьким. Now he's 2 meters tall. Сейчас он вот уже 2 метра высотой. Now let me talk about that as you look at the picture. Позвольте мне поговорить об этом немного в то время, как вы будете смотреть картинку. Here's this 1 ton flat stone. Итак, мы видим здесь 1-тонный камень, такой большой. To roll it away, it has to go uphill. Для того, чтобы откатить его, его надо толкать вверх по холму, то есть по наклонной, вверх. It's flat. И она такая ровная. It's on the outside of the grave. Да, и это, значит, находится снаружи, то есть камень находится снаружи гробницы. There's no way to get your fingers around the edge of the stone because it's outside the grave. И ты никаким образом не можешь вставить туда свои пальцы, если ты не находишься, если ты находишься внутри. Только снаружи это можно сделать, то есть закрыть или открыть. If you're on the inside of that grave. Если вы находитесь внутри этого гробницы. With lacerated hands. Вот просто с такими вот руками прямыми. It would be very difficult to roll the stone away uphill. Знаете, очень так сложно будет его перетолкнуть, этот камень вверх. But just for the sake of argument, let's assume he did. Но давайте мы себе представим только ради вот этих аргументов, которые были приведены, что вот так и все и произошло. Откатил он камень сам. He has to do one of two things. Одну из двух вещей ему надо было сделать для этого. He somehow has to get away without the guards noticing it. И каким-то образом надо было сделать это так, чтобы стражники этого не заметили.
And I'm sure they probably would have noticed if the stone had been rolled away. Ну, по всей вероятности, я так думаю, что они бы заметили, когда камень начал двигаться, да? Either that or he has to frighten 18 Roman soldiers. Either that or he has to. Значит, или же он каким-то образом должен был сильно напугать этих римских легионеров. Not a likely prospect. Не очень такая теория доступна. Oh, and by the way, he has to do all of this. Ну и, кстати говоря, он должен был делать все это. Without having been suffocated by the face cloths. Ну, не должно было ему ничего на лице не мешать тогда, то есть повязки. Which had been wrapped around his head. Те, которые были на нем. То есть они не должны были мешать им. But he's done all of this. Ну, хорошо, представим себе, что все это ему удалось сделать. Then he goes off and walks for miles on those battered feet. И потом он выходит оттуда и просто мили, и он ходит по своими ногами, о том, в чем он есть. And gives his followers the impression. И дает своим последователям такое впечатление. That he had conquered death. Что он победил смерть. I can imagine a body who had gone through all that. Я могу представить себе тело, которое прошло через все это. Would not have convinced anyone he had conquered death. Это бы никого не убедило бы в том, что это тело победило смерть. And then he sends them off with this encouraging message. И потом он отсылает их с этой ободряющей, с этим ободряющим посланием. I'll never leave you nor forsake you. Что я никогда не оставлю вас, никогда не забуду вас. And by the way, if he didn't die then. И, кстати говоря, если он не умер, то тогда. When did he die? When? Yeah. Когда же он умер? And where was he when his movement was being established? И где был он, когда И где же он находился в то время, когда его движение было образовано? By the way, this particular theory is not very different. И, кстати говоря, эта определенная вот эта теория, она ничем не отличается. Then one which says he took some drugs to fake that he had died. А той теории, которая говорит, что он просто принял какие-то лекарства и как бы по этой причине он как бы выглядел, как будто бы он мертвым. It would have been just as difficult to get out of that grave. Если бы он это сделал, то это было бы точно так тяжело выбраться из этой гроба. As one person put it, один человек сказал это следующим образом. This is more to believe this. Чтобы верить в это, is more miraculous than the resurrection itself. То это гораздо более чудеснее, чем само воскресение. Or as a Jewish rabbi put it, или как еврейский раввин говорит это. And I'll quote two different Jewish rabbis. И я процитирую два разных еврейских раввина. The first is Samuel Sandmill. Первого зовут Самуил Сэммен. This imaginative reconstruction. This imaginative creative. Давайте представим, что это творческое восстановление is lacking even a thimble full of proof. Ему не достает хоть какого-то маленького доказательства. This view should be dismissed. То эта точка зрения должна быть отвержена. As a mere curiosity that it is. Как какое-то чудесное, каким оно является само по себе. I think he said it well. Неплохо сказал, но. Second Jewish rabbi said the following. Второй раввин сказал следующее. It's late. Have a good night. See you in the morning. Уже поздно. Спокойной ночи. Увидимся завтра. Бавакаша. What time are we meeting in the morning? Or they know. Okay, then we don't. И мы рассмотрели вчера первую область, это пустой гроб. And
We looked at the various theories to explain the empty grave. І ми розглядали також різні теорії для того, щоб об'яснити цей пустий гроб. But let's reflect on the empty grave just one last time. І давайте просто ще раз как бы остановимся на пустому гробі последний раз. Remember really the grave wasn't quite empty. Помните о том, что этот гроб, он не был совсем уж таки пустой. And that in itself was significant. И это очень важно. At least if you read the story in John chapter 20. И по меньшей мере, когда вы читаете историю в Иоанна 20 главе. You remember Peter and John went to the grave. Вы помните, когда Петр и Иоанн, они пошли в эту гробницу. Peter looked in. И Петр, он взглянул внутрь. John went in and believed. И Иоанн, он вошел туда и поверил. What was in there that made him believe? И что же находилось там, что привело его к вере? The grave. Well, the angel and the light pointed to something. Но ангел и свет, который там был, они на что-то указывали. The angel said, "Go look at the place where he was laying." Ангел сказал, что пойди посмотри на то место, там где он лежал. And when he went to the grave clothes were lying there. И эти пелены, они находились там. Just as they were when they put the body in the grave. А точно в таком же состоянии, когда тело было положено в гробницу. Except there now was no body inside the grave. Ну, конечно же, исключая то, что тела там уже не было. Anyone who looked at the grave clothes. И любой тот, кто обращал и смотрел на эти пелены в гробу, could tell right away that the body hadn't been stolen. Мог бы сразу сказать, что тело, оно не было оттуда похищено. But the body wasn't there. Тело не было там. It literally had to go come right through the grave clothes. Это должно было буквально, тело должно было буквально пройти через эти пелены, но не каким-то другим образом. The body simply vaporized through. It was a resurrection that had occurred. Итак, при воскресении, которое возникло, тело, оно просто как бы просочилось через эти пелены, вышло. Now the empty grave is a very strong piece of evidence. Итак, пустой гроб является очень сильным доказательством. In fact, it was so strong. На самом деле это было настолько сильно, that the apostles did not argue that the grave was empty. Что апостолы, они даже не спорили о том, что гроб был на самом деле пуст. It was a commonly accepted fact. Это был всеми принятый факт, общепринятый. The crowds and the enemies did not contradict the empty grave. И враги, и те люди, которые пытались как-то противостоять этому, они не противоречили этому. So all the apostles did is explain why it was empty. И все апостолы, они, что они делали, они объясняли, по какой причине он оказался пустым. They simply explained what the empty grave proves. И просто объясняли то, что нам доказывает пустой гроб. Now the second set of evidences for the resurrection. И второе как бы доказательство или как бы такая связка доказательств. Has to do with the physical appearances of Yeshua. Это имеет отношение к физическим появлениям Иешуа. And this is what Luke specifically refers to. И это то, к чему обращается Лука. When he speaks of many convincing proofs. Когда он говорит о многих убеждающих истинах. The term he uses here in Greek. И тот термин, который он использует здесь на греческом языке. Indicates that this is the strongest possible legal evidence. Она как раз показывает то, что это самая какая здесь из возможных доказательства. Now there were a number of appearances that of Yeshua that are recorded. И есть определенное количество случаев, когда Иешуа, которые записаны, когда Иешуа появлялся. And just to remind you of, и для того, чтобы напомнить вам о них, of which ones these were. Именно какие конкретно? There's the appearance to Mary Magdalene. Это когда Иешуа являлся к Марии Магдалине. He appears to the two women as they're returning from the grave. И он являлся также к этим двум женщинам, которые возвращались от гроба. He appears to Peter. Он является Петру.
He walks with the two disciples on the road to Emmaus. Он как бы путешествует с двумя учениками по дороге в Эммаус. In the upper room he appears to the disciples, but Thomas is not there. И в верхней комнате, вы помните, он также является всем ученикам, но Фомы там не было. And then he appears again when Thomas is there. И потом снова он является ученикам, когда Томас уже Фома, когда он уже есть среди учеников. We're told that he appeared to more than 500 people at once. И также мы считаем, что он являлся более чем 5000 людей в одно и то же время. This was on a mountainside in Galilee. И это было на горе это было на горе в Галилее. He joins a fishing trip by the side of the Sea of Galilee. И он как бы присоединяется к этому рыболовному крусейду у этого моря Галилейского. A number of the disciples are there. Помните, когда определенное количество учеников находилось там, ловя рыбу? Peter and James and John. Петр, Иоанн и Иаков. Thomas and Nathaniel. Фома и Нафанаил. He appears to his own brother James. И он также является своему собственному брату Иакову. And then he appears to many on the Mount of Olives. И потом он опять-таки многим является на горе Оливковой, так, да? Оливковая гора. As he ascends back into heaven. Когда он уходит назад на небеса, возносится. Now that's 10 different appearances that are recorded. Итак, 10 различных его явлений записаны. How do we explain these appearances? Каким образом мы можем объяснить эти явления? You can't just dismiss them, there are too many. Reject them out of here. Мы можем просто сразу же просто отвергнуть все эти записи. Well, again, there are three theories that опять-таки, снова мы имеем три теории на этот счет. And these offer their own explanations. И имеют каждое свои собственные объяснения. The first is that these were inventions, made-up stories. А первое из них это то, что это были придуманные истории. But we need to ask several questions. Но для этого нам необходимо задать в этом случае несколько вопросов. Why are the stories so complicated? А почему же эти истории они настолько сложные? And normally when you try to put together a convincing story. Обычно, когда вы пытаетесь как бы сложить вместе эти убеждающие истории, вещи, которые вы пытаетесь рассказать, when you invent something, когда вы что-то как бы внедряете туда, you want to make sure it's simple, вы хотите убедиться в том, чтобы это было достаточно просто, and you want to make sure it's the same story. И вы хотите удостовериться также, быть уверены в том, что это та же история. And yet you have four different authors. И все еще мы имеем четыре разных автора. And all include details that are so different. И все из них, каждый из них включает туда в свой рассказ детали, которые разнятся, то есть они разные у каждого автора. That sometimes the stories appear like they're contradicting each other. Что иногда даже кажется, что истории они где-то противоречат друг другу. Now they don't contradict each other. На самом деле это они не противоречат друг другу. If you look at them carefully. Если вы будете внимательно смотреть, изучать их. But they are that different. Но они все-таки на самом деле являются разными по себе. And why not include some details? И почему бы не включить туда некоторые детали? That might help people believe more readily that they actually happened. Чтобы помочь как бы людям верить, чтобы быстрее они поверили в то, что это на самом деле произошло. For example, к примеру, why mention the doubts of the apostles? Зачем было там упоминать в этой истории сомнения апостолов? And why not give a very dramatic account of the event itself? Почему бы не дать какой-то такой драматический драматическое описание этого события? The kind of a powerful effect you might see in some of our modern movies. Знаете, тот эффект, который мы наблюдаем в современных фильмах. And why choose as your first witness? И зачем же избирать своего первого свидетеля? An unreliable prostitute. Такую, в общем-то, не относящуюся к делу проститутку.
And then how could these same people, if they invented this event, и как же могут те одни и те же люди, если они как бы придумали это событие? How could they have written passages with such certainty about it? Как они могли записать эти места с такой точностью об этом? Passages that say we have not put together cleverly devised stories. Эти места, они не как бы положены, не составлены вместе так настолько мудро, чтобы, значит, описать эту историю. And how could the rest of the Newer Testament view this? И как может весь остаток, то есть вся остальная часть Нового Завета, как бы рассматривать это? As events that actually happened. Как события, которые на самом деле происходили. And view them with absolute certainty. И как бы обозревать их с определенностью такой. Now, as others have pointed out, как некоторые высказывались, the writers may have been fooled or deceived themselves. Значит, писатели, те люди, которые писали Евангелие, они были быть обмануты, самообмануты, то есть обманывали сами себя, когда они писали это. They would not deliberately mislead others. Они бы специально не уклоняли от истины других. And besides all of that, несмотря на все это, why should they invent these things? А почему они должны были внедрять все эти вещи, when they could die for them? Когда они должны были в конечном итоге за все это умереть? I mean, after all, we do know people who die for what they believe in. Конечно же, после всего этого можно сказать, что мы знаем людей, которые могут умереть за свои идеи, да, какие-то. But nobody dies for what they know is false. Но никто в этом свете не умирает за то, что он знает на самого начала, что это ложь. And remember, they would not get any benefits. Итак, помните о том, что они никакого, как бы, они с этого ничего бы не имели. For being leaders of a new religion. Они бы стали просто лидерами новой религии, да? Кроме того, что они стали лидерами новой религии. All they faced was danger or death. И все то, с чем они встречались, это была опасность и смерть. So invention or made up stories is not very likely. Итак, вот эти вот истории, которые были бы придуманы, то есть они менее всего вероятны, что так могло произойти все. Let me remind you of some of the quotes from the Jewish rabbis. А позвольте мне напомнить вам некоторые цитаты одних из раввинов. And scholars that I quoted earlier. И тех ученых, которых я цитировал ранее. But above all, но над всем этим, since neither they nor anyone else expected a resurrection, с тех пор, как ни они, никто другой не ожидал воскресения, there would be no reason for making one up. Не будет никаких причин для того, чтобы придумывать это. And then let us not believe this foolish theory. И давайте не будем верить этой глупой теории, that these godly men, что эти мужи Божии, ever tried to deceive their brothers and sisters. Когда-либо пытались обмануть своих братьев и сестер. Well, if they're not inventions, maybe they're hallucinations. Если же это не какие-то придуманные истории, то по всей вероятности это могут быть какие-то галлюцинации. Somewhat of a pathological or psychic phenomenon. Pathological is it's a medical term for something that is a disease. Pathological. Может быть, это некоторые патологические явления, которые могут наблюдаться в человеке. Now that on the surface appears to be possible. Но на самой поверхности может быть это где-то и может быть нормальным таким заявлением. But if you examine the stories closely. Но если мы будем рассматривать историю, которая записана там гораздо глубже, they don't fit the laws or the principles that modern psychological studies. Они как бы не поддаются тем современным описаниям современных психологов, которые как бы, описывают какую-то из болезней. Have shown us exist around this kind of phenomenon. То есть нет существования такого подобного феномена. For example, most of the characters in the stories. К примеру, большинство тех персонажей в этих историях, которые записаны. Are the wrong kind of personalities. For hallucinations. Они как бы не те личности, которые должны возникать при галлюцинациях.
Normally this happens to high, strong, and imaginative people. Обычно это происходит с такими людьми с сильным воображением. Now that might fit Mary Magdalene. Но это может подошло бы к Марии Магдалине. But it hardly describes a down-to-earth tax collector. Но по всей вероятности очень сложно описать таким образом мытаря или таможенника этого. But it doesn't fit practical businessmen or fishermen. Но практически это не подходит к таким деловым людям, как рыбаки, бизнесмены и рыбаки. Since the source of such experiences is the subconscious mind, с того времени, как мы решили, что ресурсом этих переживаний это как бы subconscious. You have a conscious mind, what you're conscious of, subconscious is what you're not aware of. И это значит, с тех пор, как мы понимаем, что это все могло бы быть именно на подсознании, no two people will have exactly the same experience. Но не может быть такого, чтобы хотя бы два человека имели те же самые переживания. But these were not only identical experiences. Но это были не только похожие переживания. They were also group experiences. Они были такие групповые такие переживания, то есть группа людей переживала одно и то же. In fact, there were several group experiences. И да, на самом деле это было несколько таких вот коллективных переживаний. And eventually over 500 people had the same experience. И в конце концов больше чем 5 сотен людей имели одни и те же переживания. At the same time and in the same place. В одно и то же время и в одном и том же месте. And then hallucinations usually happen. И галлюцинации обычно каким образом происходят? As a result of wishful thinking. В результате чего-либо, о чем мы думаем и очень сильно этого желаем. But it's the exact opposite that happens. Но это определенно совершенно противоположно тому, что произошло. To the disciples of Yeshua. С учениками Иешуа. Many are surprised. А многие удивлены. Some are afraid. Некоторые испуганы. And quite a few doubted that it happened. А несколько из этих людей, они просто сомневаются, что на самом деле это произошло. And they show these same responses when they see Yeshua in person. They have the same responses when they see Yeshua in person. The responses of fear and doubt and surprise. И они как бы те же реакции проявляются у тех людей, которым показывают эти факты. In fact, their conclusion is that they've seen a ghost. Итак, в конце концов, они приходят к заключению такому, что они видели эти люди просто духа. In other words, they needed convincing. Или другими словами, им необходимо четкие доказательства. Remember, Thomas was a very strong skeptic. А вы помните о том, что Фома, он был таким очень сильным скептиком. He was not a wishful thinker. Он не был тем человеком, который вот желаемое выдавал за действительное. And most of the rest doubted the women's stories. И большинство также учеников, они не верили сразу в ту историю, которую рассказали им женщины, придя из гроба. And then we're told that these experiences usually occur. И потом они говорят, что эти переживания обычно возникают at times and places that are suitable for them to occur. В то время и в тех местах, которые как бы являются самыми лучшими для возникновения этого. In a moody, quiet place. В каких-то таких, знаете, тихих местах, таких, знаете, которые навевают какие-то мысли. Late at night or early in the morning. Где-то, знаете, в глубокой такой ночи или ранним утром. Yet these appearances. Но эти явления. Occur at all times during the day. Они все происходили, каждая из них, на протяжении дня. They occur in a crowded room. Именно явление Иисуса в переполненной комнате. They occur in an open garden. Явление в на открытом воздухе в саду. And they occur on the side of a mountain. И на этой горе, где он являлся. And then we're also told about hallucinations. Но также нам говорят, что галлюцинации that they keep happening
a number of times. Они происходят, они как бы имеют такую повторяющуюся тенденцию, несколько раз происходят. And at regular times. И также имеют постоянную основу. Over a long period of time. На протяжении большого периода времени. And it's the same experience that occurs over and over again. И это те же переживания, которые возникают снова и снова. If you look at the gospel stories, если вы взглянете, обратите внимание на истории Евангелия, it is not the same experience over and over. Это не одни и те же переживания, которые происходят снова и снова. They all occur within one 40-day period. Они все возникли в как одно в период 40 дней. And then suddenly they stop. И потом вдруг все остановилось. And by the way, no hallucination that I'm aware of. И, кстати говоря, ни одна из галлюцинаций, которая известна мне, invites you to touch him. Эта галлюцинация не предлагает тебе, чтобы ты прикоснулся к ней. To prove that he's not a hallucination. Чтобы доказать, соответственно, что это не галлюцинация. So hallucinations are not a reasonable explanation. Итак, галлюцинации это не являются такими резонными объяснениями. Then we're left with one alternative. Итак, мы оставлены с одной единственной альтернативой. They were true appearances. Что это? Это истинные явления. Appearances of a living, physically real Yeshua. Явления настоящего, реального, в физическом теле Иешуа. This is the only explanation that can fit the historical narratives. Это единственное описание, которое может быть приемлемо. They were the appearance of a formerly beaten and bloodied body. Было явление именно буквально избитого именно кровоточащего тела. Now appearing as a changed special body. А теперь это явление измененного, преображенного нового тела. But a body that's of a recognizable person. Но это тело личности, которое узнаваемо. And one that's capable of being touched. И то тело, которое, в общем-то, которому можно прикоснуться. Меня фонит. A real body that can walk. Настоящее тело, которое может ходить. Have a meal with its friends. Которая может принимать пищу со своими друзьями. And can show the scars of previous suffering. И которая может показать те шрамы предыдущих страданий. Which of course is important for the prophecy of Zechariah 12:10. Которые, конечно же, очень важны для пророчества именно Захария 12:10. Because remember when the Messiah comes, the people look at him. Так что помните, там сказано, что когда Мессия приходит, то люди взирают на него. Серьезно. И они признают его как кого-то, кто пронзен. In other words, this was a definitely real physical body. Итак, другими словами, это было реально настоящее физическое тело. They saw the physically real body of Yeshua. Они видели настоящее физическое тело Иешуа. The third area of evidence is the changed lives of the disciples. Changed lives. Changed lives, yeah. И третья как бы форма доказательств это изменение жизни учеников. And this is very strong evidence also. И это также является очень сильным доказательством. Because it's never presented as evidence. Потому что никогда ранее не предоставлялось это доказательство. We just see these people suddenly have become new people. Мы просто видим этих людей, которые вдруг становятся новыми людьми. Yeshua's death left them discouraged. А смерть Иешуа, она их где-то разочаровала. They were in despair. Они находились в таком состоянии трепетном. And then suddenly in Acts we see them. И потом вдруг в Деяниях апостолов мы видим их. As people who risk their lives. Как людей, которые рискуя своей жизнью. They risk them for the cause of Yeshua. И они рискуют своей жизнью ради Иешуа. And Acts tells us they turned the world upside down. И Деяния апостолов говорят нам о том, что они перевернули мир с ног на голову. Rav Shaul starts out as a persecutor. Равин Саул начинает как свое служение начинает как гонитель.
And he becomes perhaps the greatest preacher of the message. А потім він становиться одним із самих великих проповідників цього послання. Peter's fear, і так страх Петра, becomes amazing courage. Він переходить в удивительну таку храбрість. He denied Yeshua 3 times. Він отвергає Ісуса 3 рази. He hid in the upper room after Yeshua's death. Он скрывается в верхней комнате после смерти Иешуа. And now within walking distance of the grave. And now when he's within walking distance of the grave. И теперь, когда он возвращается от пустого гроба Иешуа, he not only speaks boldly, он не только говорит уже с уверенностью, but he publicly accuses the religious leaders of murder. И смелостью, но он публично обвиняет в религиозных лидеров в убийстве. His brother James is doubt. И его брат Иаков, он подвергал сомнениям всегда его. Turns to strong dedication. И это обращается в очень сильное посвящение. This is the brother to whom Yeshua appeared after his resurrection. Это тот брат, которому явился Иешуа после своего воскресения. And this convinced Jacob so, Yaakov so much. Это так настолько обращает Иакова, that he writes a book of the Newer Testament and he calls his brother. И до того, что он просто пишет одну из книг Нового Завета и цитирует своего брата там. He describes his brother as the Lord of Glory. И описывает своего брата как Господа славы. Now, I don't know about you. Я не знаю за вас. I have a brother. Но у меня есть брат. I would never call him the Lord of Glory. Знаете, я никогда бы не назвал бы его Господом славы. It would take some real convincing for this to take place. Но, знаете, для меня нужно на самом деле настоящие какие-то убеждения, чтобы сказать это. And Yaakov was so convinced he was killed for his faith. Яков, он был настолько убежден в этом, что он закончил жизнь свою тем, что его убили. Remember Thomas the skeptic? А вы помните Фому, этого скептика? He became a super salesman. A very good salesman of the message. Okay. Он становится хорошим, как бы таким вот человеком, который распространяет послание. And he dies in India. И он погибает в Индии. What changed these people's lives? Что же изменило жизни этих людей? The only reasonable answer. И единственный такой резонный ответ. And it's the same one that they give. Это тот же ответ, который они дают. Is that Yeshua came back from the dead. Это то, что Иешуа, он вернулся, восстал из мертвых. And he was now alive. И сейчас он жив. And he promised that when he rose from the dead. И он обещал, что когда он воскреснет из мертвых. He would send the Ruach Hashem, the Spirit of God. И что он пошлет Руах Хашем, Дух Божий. To make his life real in us. Чтобы сделать его жизнь реальной в нас. And that's exactly what happened. Это то, что на самом деле произошло. The Orthodox Israeli Jewish scholar. Ортодоксальные израильские ученые. A man by the name of Pinchas Lapid. Человека, которого зовут Пинкас Лапид. And I will tell you as I begin what he said. И я скажу вам. Перед тем, как я начну говорить то, что он сказал, that he is not a believer. Во-первых, что он не является верующим. And after studying these events, this is his conclusion. И после того, как он изучал эти события, вот мы видим его заключение. Now, this is a long quote, but listen carefully. Это очень длинная такая цитата, но послушайте ее внимательно. With respect to the future resurrection, с уважением к будущему воскресению, I am and remain a Pharisee. Я являюсь фарисеем. Concerning the resurrection of Jesus on Easter. Относительно воскресения Иисуса на Easter. For decades I was a Sadducee. Определенное время я был саддукеем. I am no longer a Sadducee. Я уже не являюсь таковым. Since investigation has caused me to think through this again. И все то, что это повлекло меня просто к тому, чтобы я переосмыслил это снова. When this frightened band of apostles, когда эта
как бы пугающая команда апостолов, was about to throw away everything. Они были готовы просто выкинуть и раскидать все. And flee in despair to Galilee. In despair. In despair. In depression. И готовы были убежать в такой депрессии в Галилею. When these fishermen who betrayed their master. Когда эти рыбаки, которые предали своего учителя. And then failed him so badly. И так жестоко предавшие его. They could suddenly be changed overnight. Они вдруг были способны к тому, чтобы измениться за ночь. Into a confident mission society. В уверенное миссионерское общество. And be convinced of salvation. И быть уверенными в спасении. And then when they were able to work. И потом они были способны к тому, чтобы работать. With much more success. С гораздо большим успехом. After Easter than before Easter. После Есфири, чем это было до нее. Then no vision or hallucination. Что никакие видения или галлюцинации. Is able to explain. Они просто не способны объяснить это. Such a revolutionary transformation. Вот такое революционное преображение. If the defeated and depressed disciples. Если эти пораженные и находящиеся в депрессии ученики overnight could change могут измениться в течение ночи into a powerful movement of faith в такое сильное движение веры, based only on self-deception, основанное только на личном восприятии, without a fundamental historical experience, self-deception, fooling themselves, которые как бы okay. If they could change. Возьмите, я сейчас повторим одну фразу. Возьмите дальше. Based only on having fooled themselves. То есть то, что основывалось якобы на том, что они как бы самообманывали себя. Without an actual historical experience. Без на самом деле происходящих исторических переживаний, происшедших. Then this would be an even greater miracle. То тогда это будет даже большее чудо. Than the resurrection itself. Чем само воскресение. Remember, he is not a messianic Jew. И помните о том, что он не является мессианским евреем. And remember too. И помните также. The change in these disciples. Что изменения в этих учениках. Produced a worldwide phenomenon. Они как бы выработали всемирно известный феномен. The existence of the messianic faith. Это возникновение мессианской веры. And it now exists 2,000 years later. И сейчас это существует 2000 лет спустя. In almost every country of the world. А почти в каждой стране мира. Its founding date, the date it began, the date the movement began. Итак, начало этого, та дата начала этого движения. Can be traced back to the year 30. Она может быть как бы Ее можно увидеть как в 30-х годах первого столетия, то есть. Which was the year of the resurrection. Это был именно год воскресения. Why has this movement succeeded? Итак, почему же это движение является настолько успешным? Why has it remained despite persecution? Почему оно все еще продолжает быть, несмотря на все эти гонения? Why has it succeeded worldwide like no other? Почему оно так имеет такой всемирный успех, как никакая другая религия? Why? Почему? Because it is founded on objective, verifiable fact. Потому что оно основано на четких и явных фактах. So when we take these lines of evidence, итак, когда мы берем эти доказательства, the empty grave, этот пустой гроб, the appearances of Yeshua after his resurrection, явление Иешуа после его воскресения, the changed lives of his followers, измененная жизнь его последователей, we can conclude, мы можем сделать такое заключение, with the greatest degree, именно с, на большом таком уровне, of historical probability available to us, это исторической вероятности, которая доступна нам, that Yeshua did in fact, что Иешуа на самом деле
rise from the dead. Воскрес из мертвых. Now let me remind you of the. Позвольте мне напомнить вам также. Of some assessments that we began with. Observations. С некоторых тех вещей обзоров, которые с которых мы начинали. The scholar of Roman history. Ученый, один ученый, который занимается римской историей, who tells us, который говорит нам, that the evidence on behalf of Tiberius Caesar, что те доказательства, которые были со стороны Цезаря Тиберия, is not anywhere near as good. Они не являются. Они не настолько близки, as the evidence for Yeshua. Его доказательства о нем, как доказательства о очевидности, что Иешуа был. And we can say the same thing about Alexander the Great and Yeshua. И мы также можем сказать, привести ту же параллель о Александре Великом и Иешуа. And remember what Josephus, the Jewish historian, wrote. И вы помните о том, что написал Иосиф Флавий, этот еврейский историк. When Pilate had condemned him to the cross, когда Пилат именно присудил его на крест, those who loved him did not forsake him, те, кто любили его, не оставили, не забыли его, because he appeared to them, потому что он явился им alive again, живым снова, after the third day, после третьего дня. Now that's the evidence of history. Итак, это является доказательством истории. Both from the documents themselves, как из документов, and from the words of the ancient historian Josephus. Также как и со слов этого древнего историка Иосифа. But we also have the observations of modern scholars. Но также у нас есть некоторые вещи, рассуждения современных ученых. And I want to share a couple of these with you. И я хочу некоторыми из них поделиться с вами. The first comes from the Orthodox Jewish scholar. А первое выходит именно от ортодоксального еврейского ученого. Pinchas Lapid. Зовут его Пинкас Лапид. He said. Он сказал. Concerning Yeshua. Относительно Иешуа. His resurrection was a Jewish affair. A Jewish matter, a Jewish thing. Значит, его воскресение это было чем-то на самом деле еврейским. Which must therefore be judged by Jewish standards. И следовательно должно быть обсуждаемо или судимо еврейскими стандартами. If we are to evaluate its authenticity. Evaluate, assess, examine. Если мы исследуем its authenticity, its historicity. Если мы исследуем эту историческую ценность, the first century movement, то это движение первого века, was born out of an act of the will of God. Оно было рождено по воле Божьей и по его действию. Jesus is a dead Jew, Иисус это мертвый еврей, revived by the will of God, который как бы пробужден по воле Божьей, пробужденный волей Божьей. I accept the resurrection of Easter. И я принимаю это воскресение на Исфирь. Not as an invention. Ну, на Пасху, Исфирь. Пасха. Not as an invention. Не то, как это что-то было придуманное. But as a historical event. Но как исторический факт. I remind you again. Я напоминаю вам снова. This man that I am quoting. А что этот человек, которого я цитирую? Is not a believer. Он неверующий. And he tells us that many times. И он говорит нам это столько много раз. He's just a serious historian. Он только очень серьезный историк.